прицел от компании Weber, модель Black Fox, с переменной кратностью от 4 до 16 и с размером передней линзы в 50 мм. Вставляется в картонной коробке, комплект для прицелов вполне стандартный, это элементы питания для подсветки, это салфетка для ухода и ряд документации. Помимо всего, на прицел уже предустановлены защитные колпачки, они пластиковые и быстросъемные. Прицел средних размеров, выполнен из алюминиевого сплава, масса его 706 граммов, длина 385 мм. У кромки передней линзы имеется резьба для установки бленды. Органы управления у прицела вполне стандартные, впереди отстройка от параллакса. В середине три барашка регулируют подсветку и вносят вертикальные и горизонтальные поправки. Далее рычаг, которым вы изменяете кратность прицеливания, и самое переднее кольцо, которое скрыто, кстати, защитным колпачком, позволяет прицел подстраивать индивидуально под зрение каждого стрелка. В целом, универсальный прицел от проверенного производителя.